Всем привет, с вами я, Денчик. Сегодня я буду снимать видео про работу механиком. Сейчас я иду арендовывать механика. Вот. Вижу. Вот он, автомеханик. Станция. Тут уже кто-то вот арендовал. Свободные места есть. Так, садимся. Арендовываем за 200. Видите, у нас тут написано то начать буксировку автомобиля, рефайл и запрать автомобиль, репай, ну, остальное, короче. Рефайл, репай. Нужно сейчас вести. Refill. И repair. Все. Сейчас едем, например, куда-нибудь. Все тут могут вызывать, как бы, нас, механик. Мы так починили. Так, ну я поеду сейчас на оружейный завод. Заправлять дальнобойщиков. Заправлять, чинить. Попробуем. Ладно, поехали. Поехали, поехали, поехали. Все, вот я уже некоторых починил, некоторых заправил. Сейчас я вам покажу, как починить. Команду вы видели, репай, ID игрока и сумму за починку. Желательно 100 за починку, а то на остальное брать не будут. Все, вот мы едем. На бочком бы я уже давно работал в магазине. Я вообще куда-нибудь хочу поступить. Ну, куда вот, не знаю. Ну, я тебе уже предложил. Вот я починил, не заправил, правда. Ну, вот как-то вот так вот легко работать механиком. Деньги зарабатываешь. Вот. До свидания.